учителей. Еще смешнее, да, мы проиллюстрировали в Кристине на стихотворение. Мы возьмем и приделаем собаке нашей пропеллер. Может быть, у собаки пропеллер? Нет. А мы вот возьмем и нарисуем. И у нас такая получится собака-вертолет, да? Мы же с вами фантазеры, мы же должны как-то продумать, как у нас будет собака лететь по небу. Собаки летают по небу? Художника все может быть. Да, собаки ведь не летают по небу, а мы вот сделаем и приделаем собаке пропеллер, да? И собака у нас такая вот смешная, длинная. Можно даже сделать, как будто она мордочку вверх подняла и смотрит там, а там где-то облако вдали, да? И смотрит на облако, думает, о, как клево, я сейчас до него долечу. Вот, летит такая, а внизу домики маленькие-маленькие. Такие крошечные, и деревья прямо крошечные, да? Собака подняла, а тут она может нарисовать, как будто она сумку с собой взяла. Можем такое придумать, да? Захотела, может быть, продукты с собой взять, и там у нее сосиска. Она летит, летит, раз, подкрепилась в воздухе. Да? Можем такое придумать? А можем придумать вообще вот так, смотрите. Что это мы вот так держим листик? Давайте вот так его поддержим. Вдруг кто-то скажет, что это у вас собака с пропеллером? А мы скажем, ну, у нас по-разному могут собаки летать. Можем, почему? Куча шариков воздушных. Почему? Да, а точно и с крыльями можно нарисовать собаку. Видите, какие вы молодцы. Вот. Как будто собака летит на воздушных шариках. Целая куча воздушных шариков, а она с помощью них залетела, да? А кто-то вообще говорит с крыльями. Давайте с крыльями попробуем нарисовать его. Теперь мохнатым рисуем, да, а то мы все таких гладеньких так срисуем. Такая лохматая, лохматая. Как называется лохматый собачек? Кто-то мне подскажет? Пудель. Точно, пудель. Вот. Лохматый такой пудель. А тут он стрижен его, как будто подстригли, да? Так их смешные такие стрижки делают им. Такие вот шарики выстригают. И на ножках даже такие у них шарики из шерсти. Как будто это не собака, а какой-то барашек у нас, да? Вот видите, сколько можно, оказывается, на одно стихотворение придумать разных собак. А теперь нарисуем ей крылья, да? То есть собака у нас, которая превратилась в птицу. Вот, видите, вдохновились. А? Птиц-собака. Птиц-собака, точно. А потом нам надо будет нашу картинку как-нибудь раскрасить, да? Не просто вот контуром, а раскрасить. Взять, например, и нарисовать рыжий ее, да? Шерсть ей нарисовать. Вот такой вот. А крылья сделать зелеными. Да? Это же фантастическая собака.